Государственные криптоденьги планирует выпустить Центральный банк Израиля. Новая валюта получит привязку к цене шекеля и станет альтернативой бумажным купюрам. Введение цифрового шекеля призвано сделать денежные операции прозрачнее и упростить контроль за уплатой налогов. Национальную криптовалюту не получится майнить, а ее эмиссия будет контролироваться Центральным банком для избежания инфляции. На данном этапе внедрение государственных криптоденег в Израиле находится в стадии изучения и разработок. Для их полноценного внедрения и использования необходимо применение целого ряда юридических норм и правил.